Это трава зверобоя продырявленного. Зверобой имеет широкий спектр применения в народной медицине. Он принимается в виде отваров, настоек, масел и так далее. Для наружного применения настой зверобоя помогает при лечении язв, угревой сыпи, пролежней и так далее. Для лечения, например, угревой сыпи 2 ложки столовой зверобоя запариваем стаканом кипятка, настаиваем 2-3 часа. И этим чаем умываемся 2 раза в день в течение 2-3 недель.